Знайомимо глядачів із сім'єю Жаркових. Кіма та Віра в різних вікових групах навчаються в Академії СК «Прометей», яка базується в Кам'янському. Їхні батьки Катерина та Олексій свого часу також були в центрі спортивних баталій, хоч і по різні боки барикад. Мама займалася волейболом, а тато – баскетболом. У родині, крім дівчат, є й хлопчик Микола. Друзі, ми розпочинаємо нашу рубрику «Life Story». Героями нашого проєкту стала сім'я Жаркових. Добрий день. Часто ви приїжджаєте до доньки на гру? Ну, ми б приїжджали ще чаще, якщо б не карантин, да? Но ми стараємося, звісно, завжди, так як ми недалеко. Здорово, що ми так близько, тому що коли я, наприклад, займалася спортом, то я взагалі на западному регіоні була, це в Тернополі, при команді «Галичанка». Вот. Та б, звісно, ми приїжджали б чаще. Ну, як виходить. На самом деле, в очень юном возрасте Катя, моя будущая жена, Яль, Алексей, нынешний папа семейства Жарковых. Вот. Мы, Катя в 14-летнем возрасте, а я в 19-летнем возрасте, поехали из разных уголков Украины в Тернополь искать спортивного счастья. То есть мы поверили в спорт, поверили в себя. Катя попала в дубль «Галичанки» того времени. А я поехал в только зарождающийся клуб, баскетбольный клуб «Тернополь», который сейчас вот представлен в Суперлиге. И мы, как бы, Катя школьница, я уже был студентом, да, и мы начали свою спортивную карьеру. И, собственно, там мы познакомились. У меня после волейболисток была тренировка по баскетболу, вот, и, собственно, все происходило. Все влюбления в зале происходили. Тернополь подарил нам очень много эмоций, много радости. Это студенческие годы. И, собственно, как я уже сказал, там родилась наша семья. И в Тернополе родилась Кима. Мы в возрасте, когда я был один годик, вот переехали на мою родину в Кременчуг. Почему так произошло? Потому что я в составе баскетбольного клуба «Тернополь». Мы выиграли высшую лигу в 2005 году. И в 2006 году. И получается, что структура, инфраструктуры не было в городе, чтобы идти дальше в Суперлигу. И как бы не хотелось топтаться на месте, сделали предложение в Кременчуге. Как раз в Кременчуге начал развиваться баскетбол. Тоже там цели были выиграть высшую лигу, что мы сделали в 2009 году. Вот. И переехали, собственно говоря, по спорту, переехали в мой родной город. Ну, вышла замуж за Алексея в Тернополе, и Кимочка родилась, и мы переехали, вот Саша Кременчук, как и Алексей сказал, и потом по его работе, уже другой, мы переехали в Полтаву. Вот. И когда я родила Веру вторую, вот, я вообще закончила финансовое образование в Тернополе, да, но когда я родила Веру, я четко поняла, что это вообще не мое, что я хочу только с детьми быть, и я закончила педагогику, вот, в Запорожье, ездила в Запорожье, заканчивала педагогическое развитие, вот, и инструктор по грудничковому плаванию. То я напряму с 2009 года 12 лет занимаюсь именно педагогикой и инструктором грудничкового плавания. То, что я очень люблю свою работу. Вот. И как-то вера или вторые роды открыли во мне это, так сказать. Вот. И что мне помогало развивать еще своих девчонок и правильно направлять. Вот Верочка, она прошла все со мной в плане, я имею в виду, и развитие, и плавание, вот такая очень пластичная, гибкая, ну, все ей давалось, и она очень много прошла видов, направлений разных. Вот. Вся наша детвора в разных городах родилась. Да, вот. Это тоже очень интересно. Да. Кима ну, в Тернополе, ну, в Ильичевске, на Катиной родине, но мы прожили год в Тернополе, ну, и мы считаем Кима тернополянка, Вера кременчужанка, а Коля уже в Полтаві родился. Да, у нас розбросало немножко. Цікаво, якщо повернутися до попередньої теми вашого знайомства, чи пам'ятаєте той день,
той матч, можливо, якийсь був там баскетбольний, коли ви вперше зустрілися на тренуванні? Як це взагалі відбувалося? На тренувці побачилися. Ми ж в прийомах стоїмо, а ззаді мальчики ждуть. От так сиді зал, ну, як би, коли приходимо, так друг на друга, глазки промелькнули. Перше, мабуть, перше, от, саме перше знайомство, це просто в залі. Просто от між тренувками у дівчинок закінчувалась тренувка, у нас починалась, і ми просто от в залі побачили друг друга. Сказали, що діти народилися в різних містах. Чи складно це для них, от в тому плані, що знаєте, є якісь друзі, знайомі в одному місті, в іншому місті, які прилітаються? Так як більшу частину школьного віку ми вже були в Полтаві. Я вот в первом классе переехала в Полтаву, и получается, не было сложно, потому что во второй класс пошли, и уже все друзья, в принципе, в Полтаве до 10 класса, как бы, да, где-то во втором переехали. И как раз там я начала заниматься волейболом. Сначала занималась гимнастикой в первом классе, а потом, когда мы были на физкультуре, в парке гуляли, ко мне подошли и пригласили заниматься волейболом. Был представитель, наверное, ДЮСШ. Смотрели, просто искали перспективных детей для волейбола. Мне дали карточку, сказали, хотите, можете приходить, пробовать. И я пошла, мне все понравилось, и я стала заниматься. Ты сказала, что у тебя мама також волейболистка? Нет, я, кстати, я вообще как-то не думала сначала идти на волейбол. Меня пригласили, я пошла, и как бы понравилось. Сначала у меня было все с танцами больше, вот так вот. Я то гимнастику пробовала, то какие-то восточные танцы, что-то такое. Тобто ви також, ну, не говорили там іди на волейбол чи там іди на баскетбол. Тобто вона сама, так, діти вас самі обирають. Да, 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 що должен бути свій вибір, направлять, конечно, ми можемо, вот як сейчас Николя, ми направляємо. Он у нас тоже хоть особенный, но он во многих направлениях очень хорошо развивается, ему очень много чего дано. Он и в театре выступал, мы в БСД ездили. Он довольно-таки неплохо справлялся со своей ролью. А вот, потом он очень любит плавать, плавание. Ну, так как я занимаюсь плаванием, было бы не понятно, почему бы он, да, он очень любит, он мне каждый день показывает, когда мы пойдем плавать, вот, то есть он плаванием, и папа, конечно, тоже старается немножко баскетбола вложить для координации, то он тоже ходит на тренировочки, так что Коле хватает, чем заниматься, молодец, а там уже выберет, что ему будет нравиться, но я думаю, что будет чемпион по плаванию, будем ждать пловца. Вера, а тебе как с друзьями было в Полтаве расставаться? Ну, в принципе, было все хорошо, мне было не тяжело. Сразу вот я потом перешла в вторую школу, это гимназия номер 14, и там у меня уже были друзья тоже с волейбола, потому что я, когда переходила, была в четвертом классе, я была в лагере волейбольном. И там были девочки, которые дальше мне встретились уже в пятом классе, в новой школе, и как бы было там все легко с друзьями. Да, я такую маленькую ремарочку. Там в Полтаве есть такой формат, это не в каждом городе такое есть, действительно. СНВК называется, это садик со школой. То есть до 4 класса дети там учатся, и потом в 5 класс они имеют право перейти в любую школу или в ту школу, которая закрепленная за этим СНВК. То есть, ну, мы не шли в то, что закрепленное, мы шли конкретно вот спортивным немножко уклоном в 14-ю. Туда сначала Кима пришла, и потом Вера. Да, в Полтаве вот, вот эта 14-я школа, она именно спортивная. Что это значит? Это набирается класс в виде команды. То есть они всей командой учатся в одном классе. Так и у Кимы было, так и у Веры. Спортивный класс. Вот они вместе учатся там несколько уроков, идут вместе на тренировку. Формат очень похож, как сейчас в Прометее. Mm-hmm. Только это вот, ну, как бы общеобразовательная школа, и она закреплена за ДЮСШ. И вот таким образом они вот со своей командой, поэтому там в плане коммуникации, там дружности все хорошо. Мне вот очень нравится такой формат. Вы сказали за Прометея, зараз вы обидві граєте в Академії Прометея. Як вам взагалі емоції, враження від Академії? Очень нравится, очень хороший клуб, условия прекрасные, зал, школа, все организовано. Очень все здорово. От ти прийшла в перший рік Академії, чи складно було в саму цю атмосферу? Це великого спорту, тому що у вас кожного дня тренування, по два тренування, вже якийсь режим є, так? Чи складно було це все сприйняти? Спочатку, да, спочатку було складно. У мене раніше були тільки по одній тренування в день. А тут, виходить, по дві, і утром, і вечором, і ще школу як-то треба було все сплітати вместе. Але потихонечку в режим вошла, і було вже потім не складно.
Да, даже я помню, Кима звонит, там что-то, ой, говорит, так сложно, я не успеваю, еще куча уроков, ну понятно. Так же самое, кстати, и у Ви, ну вот в начале. Потом уже, конечно, адаптировались, уже немножечко легче, тем более девчонки стараются, причем у нас нет такого, что мы их заставляем, они стараются хорошо учиться, они очень ответственные в этом плане. Ну, очень благодарна, что они такие умнички, они отличницы, хорошо занимаются, всегда такие примерные в этом плане. И Верунчик тоже молодец. Варто сказати, що Кіма грає в команді вищої ліги, а Віра в команді першої ліги. Команду першої ліги набирали в цьому році. Як взагалі проходив відбір? Чело було 45 чоловік. Відбирали, ну, понятно, самих сильних. Ну, я волновалась перед відбором. Когда мне сказали, я это знала еще где-то аж за полгода до отбора, узнала. Так что готовилась еще сильнее. Я помню, еще перед самым отбором с папой ездила на пляж и там тоже тренировалась, потому что тогда как раз был тоже сильный карантин. И то есть в залы в ДСШ я не могла ходить, поэтому тренировалась с папой. Да, у нас хоть папа и баскетболист, но все виды спорта тоже умеет, потому что в академии надо защищать и гандбол, и волейбол, да, и с мамой в пляжку мы обожаем играть, так что мы всегда на песке катаемся. Как раз у меня были сборы в августе, и я со сборов звоню домой, говорю: «Вер, ну что ты там готовишься?» Она: «Да, пришла с папой с пляжа». Между собой не играете? Да, играем. Я обычно с мамой, Вера с папой, мы так друг против друга. Я хотел бы рассказать маленькую историю про то, как Вера все-таки заинтересовалась волейболом. На самом деле она до достаточно позднего возраста занималась разными видами танцев. И чирлидинг, спортивные танцы, и художественные танцы, разные. И мама там несколько раз спрашивала: «Вер, может, Кима попробуешь волейбол поиграть?» Ей пока не было неинтересно. И вот, как говорится, было бы... Это не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот первая волна карантина, мы заехали на дачу, ну, как бы всех разогнали со школ, с работ, да, нельзя было никуда выйти. И я просто вкопал две стойки, мы там из веревки сделали аут, и просто начали 2-2 играть. Я говорю: «Вера, будешь за меня играть? Я ж типа посильнее». А мама с Кимой против нас. И мы поначалу проигрывали, потом у нее появился азарт. Она говорит: «Что это, ну давай выигрывать уже». Вот. И вот поймал вот этот спортивный азарт игровой, потому что все-таки игровые виды спорта, они по-другому как бы формируют характер, чем у индивидуальных видов спорта. Вот. И после этого как бы Веру заинтересовал волейбол, и вот она прям сама приняла решение и как раз вот меняла школу, где формировался спортивный класс, и она озвучила свое решение, что я иду в спортивный класс волейбольный, мне интересно. Ну так, если в двух словах о себе продолжить. Я работаю в международной компании, которая производит сладости. У вас, может быть, такой слоган, так спортивный, там, какие в вашей компании? Да, когда мы поднимаем тост, мы говорим за прекрасный нежный пол и любимый баскетбол. Вот такой. А вы за волейбол, так? Да. А чем вы зараз занимаетесь? Любим на велосипедах кататься, дружно, вот мы, да, у нас у всех почти велосипеды, мы садимся в путешествие, отправляемся, папа расскажет, как это происходит. Как, берем и едем. Поджимает, а потом в град попадаем. Куда вы ездили в Астане, расскажите. Последний раз, потому что девочки уже попали в академию, и вот эти... совсем коротенькие приезды домой, то мы так, или я с Кимой куда-то выйду, или я с Верой куда-то вдвоем, мы буквально на полдня можем какой-то маршрут составить. А вот когда еще все были в Полтаве, жили, то у нас были такие велопробеги на несколько дней всей семьей. Коля, правда, у меня как пассажир сидит сзади, а все остальные крутят педали. И вот Вера в первый свой велопробег 60 километров за день проехала. Хотя у него был единственный односкоростной велосипед, да, такой реставрированный орленок такой, моей сестры старшей. И она только тогда вот как раскаталась, и мы поехали с Полтавы в Нові Санжари, там всякими разными окольными путями. Получилось, за день 60 километров мы проехали. Да, у всех модные велосипеды, у Веры реально, ну как бы на то время он как бы вау, но для такого расстояния он как бы вообще не годится. Я такая Светлана... на горку, крутит своими ногами, думаю, ничего себе. Ну, то есть очень, да, сильно она прошла такой путь.
Вот, и попадали и в дождь, и в град попадали, когда там надо было в посадке прятаться. Ну вот как раз командный дуза. Если никто не ноет, значит команда, у команды все хорошо. Так и на площадке должно быть. Любите походи, кудись поїхати, так, в далеку дорогу, щоб знайти собі якихось пригод, так? Да, сейчас да. Меньше, конечно, получается именно вместе, потому что когда девчонки поезжают, надо или что-то докупить, или куда-то сходить, ну как-то так. Просто вот меньше. Мало времени, да. Ну ничего страшного. Вот, надо, чтобы, я бы внесла, чтобы как бы, может, в Прометею им больше делали какие-то такие интересные. Ну, им и так делали, вот у них были мастер-классы по пицце, они там с девчонками объединялись, это так здорово их объединяет, и потом и в команде это так на игре видно. Вот, то есть какие-то там им развлечения придумывают, это, конечно, классно. В прошлом году под конец, когда мы уже доиграли все наши соревнования, для нас придумывали разные развлечения, мы готовили пиццу всей командой. Потом еще в начале мы ездили на экскурсию в Запорожье, на Хортицу. И все это было очень интересно. Конечно, для этого нужно время, чтобы тоже, как бы, когда мы готовимся усердно к матчам, то как бы для развлечений особо времени не остается. Но когда они есть, это очень здорово. Як взагалі проводите дозвілля? Часто у вас вихідні є? Да, на выходные у нас получается в субботу тренировка, потом немножко школы и, ну, воскресенье обычно полный выходной. По возможности мы ездим домой, когда можно, к родителям, а когда нет, то мы просто гуляем или в парке, или ездим, например, там на левый берег гуляем. Или я беру сестру, иду с ней гулять, показываю Каменской, что я уже выучила. Я люблю кататься на лошадях, люблю играть на укулеле. Когда у нас был Хэллоуин в прошлом году, мы представляли нашу комнату, я как раз играла мелодию страшненькую, такую, ну, типа, в стиле Хэллоуин. И вот люблю играть, люблю рисовать также. Еще люблю кататься на лыжах, тоже мы катались и на коньках, когда была зима. Ну, старше були на соревнованнях, поэтому була така перша ліга ми. Спочатку у нас були конкурси, були у нас команди «Ведьми» і «Клики на охоті». Це були ми, моя. Тобто ми розділилися на дві частини. Ми там повинні були представити свою команду, зробити так візитку, потім різні були конкурси. Потім також ми ще пекли теж піци. Вийшло дуже вкусно там, зробили сирну і з різними вкусами. А еще были у нас пироги тыквенные, делали, украшали. Все очень понравилось, было прикольно, интересно. Відчувається вже цей перехід з дитячого волейболу до більш дорослого, тому що грали до цього на такому рівні. Так, зараз академія – це більш серйозний рівень. Я у Кіми не запитую цього питання, тому що вони вже грають на рівні з командами Суперліги, тому цікаво до тебе, твою думку, дізнатися. Коли була дитина, там були і легші тренування, вони були не так довго длили, зараз вони подольше, теж їх більше. И по школе, то есть школы немного меньше, больше каких-то спортивных нагрузок. Ну, поменялся распорядок немного тоже. Английского больше, да, стало? Да, стали изучать больше английского. Какие у вас наиболее планы? По поводу планов я бы так сказал. Сейчас такое время, что лучше образами мыслить. Потому что планы, наверное, долгосрочные строить нельзя, а вот такая мечта и такой образ, что вот девочки играют на международном уровне, и мы с Катей можем просто прилететь в любую страну, где они там выступают за сборную, и просто поболеть, порадоваться, поболеть за них, поддержать их. Вот, да, да, это моя мечта, я думаю, наша мечта, да, не только моя. Тоже планы как бы строить очень сильно наперед нельзя. У нас сейчас план выйти в Суперлигу, усовершенствоваться, наигрываться тоже, как бы, а дальше уже посмотрим. Дякую вам за теплу розмову, було дуже цікаво з вами поспілкуватися.